Чем опасна ртуть и в чем ее польза? Какие градусники, ртутные или электронные, определяют температуру лучше? Как следует утилизировать ртуть, содержащие отходы? Эти вопросы обсудили учащиеся начальных классов 221-й школы с инженером-экологом. В ходе образовательной встречи «Внимание, ртуть». Цель данного мероприятия – продвижение экологических знаний. А именно по данной теме это чем опасно и в то же время полезна ртуть. В начале занятия ребята продемонстрировали свои знания о ртути, ее свойствах и правилах утилизации. Школьникам рассказали о том, что делать, если разбили ртутный градусник. Затем им был показан фрагмент телепередачи, посвященный разновидностям термометров. Из материалов занятия школьники узнали много новой, полезной для себя информации. Если пользоваться правильно и современными градусниками, то будет правильно. Подобные встречи состоятся во всех образовательных организациях Заречного. Все мероприятия экологической тематики проходят в рамках плана, утвержденного постановлением, и проходят во всех организациях департамента образования. Задача экологов – научить подрастающее поколение правильному обращению с ртуть, содержащими приборами, и грамотной их утилизации. На территории Заречного имеются 5 пунктов приема ртуть, содержащих отходов. Они расположены в магазинах «Цитрон» на улице Ленина и улице Комсомольской, доме строителя, каблучке и по адресу улица Комсомольская, 2А. Александр Абаимов, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».